В общем, в штате Калифорния все без изменений. Направо пойдешь, на бесплатку попадешь, налево пойдешь, деньги в магазин отнесешь. Поэтому, когда у меня на кухне заканчиваются продукты, я открываю сайт Банк еды Калифорния и смотрю, а какая же бесплатка работает сегодня? Нашла расписание одной из бесплаток, приехала, сейчас буду получать еду. На этом пункте выдачи продуктов мне дали бумажку, которую мне нужно заполнить. Мне нужно написать сюда свое имя и количество человек, проживающих в моей семье, и расписаться, что я подтверждаю, что это количество человек не вымышлено, я действительно на них, на реальных людей буду получать продукты. Теперь нужно отдать эту бумажку людям и получить еду. Вот очередная бесплатка. Подвозят тележки. Замечательно то, что продукты мне выдали, а бумажку себе не забрали. Сказали, что она им не нужна. Для кого я пишу, тут верят на слово. Выложила все продукты, которые нам сегодня дали. Это пакет чечевицы. Теперь можешь брать, Ясь. Пачка сухих завтраков. Попкорн. Пачка сухих завтраков. Салат. Похоже, что он листья салата, клубника и курица. Хлеб. Это уже пастеризованные и взбитые яйца. Сколько грамм яиц тебе нужно по рецепту, столько и выливай себе. Это лимонад, консерва, фрукты, томатный соус, черная фасоль, кремовый, арахисовое масло кремовое. Это крем-суп куриный. Какие-то йогурты. Это куриный бульон для готовки. Две баночки готового томатного супа с базиликом. Пакет рыбы 900 грамм. Я не знаю, как называется эта рыба. Гранола. Хрустящая ягодка. Маленькая коробочка шоколадного молока. И две баночки желе, которые можно играть, делать из него слайм и кушать. А нет, оказывается, засняла не все, что нам дали. Забыла последний пакет. Сухарики со вкусом чеддер. Пресные хрустящие хлебцы, которые тут добавляют и в суп, и во второе, и в салат. Печенье Орео. 435 грамм. Два батончика, какие-то желейки, это какой-то сухой напиток, молочный, написано только натуральный вкус, без искусственных ароматизаторов, не знаю, что он из себя представляет.